Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар ранней осенью на исходе дня. Впереди на вороном коне скачок, так называли передового всадника пожарного обоза, с трубой у рта, как ангел апокалипсиса. Как вас зовут? Сложно было написать? Какое самое сложное слово, где вы сомневались в написании? Сегодня в Ереване прошел тотальный диктант. Он прошел впервые. И вот мы находимся в той аудитории, где совсем недавно 56 участников писали тотальный диктант под диктовку заслуженного артиста Республики Армения, директора Ереванского русского драматического театра имени Станиславского Фреда Давтяна. Я пришел заранее, за полтора часа, потому что только за два часа можно было ознакомиться с текстом. Ознакомился, значит, с системой, как надо читать, потому что надо сначала обязательно прочитать предложение целиком, потом по частям, повторяя каждую часть по два раза, и потом в конце еще раз повторить полностью предложение. Вот такие каноны. Я думаю, что каноны, эти законы, значит, они в пользу пишущих этого, потому что, ну извините, практически четыре раза повторяется каждое слово, каждое предложение по частям вместе. Я думаю, что многие из них, ну, просто будут лишены возможности написать что-либо неправильно. Честно скажу, для меня даже сложно, потому что я последний раз диктант писал еще в далеком 90-м году, при поступлении в институт. После этого, ну, только читаю, естественно. Сейчас мало, честно скажу, мало книг читаю, в основном в интернете все читаю, но... Мне кажется, очень интересно. Я думала, старое поколение, людей из старого поколения еще больше будет здесь. Но оказалось, все молодые. Как-то порадовало меня. Было очень весело сначала. Потом немножко сложно. Но вот я лично почему-то ждала вот прямых речей, каких-то более сложных таких фраз. Но обошлось. Хотя без понятия, что я получила за этот диктант. Неважно, главное, что это состоялось.